возможность заработать. Нет, если говно какое-нибудь играет, то можно, я не знаю. Костя, безусловно, был талантливым человеком. И это невозможно не заметить, читая его стихи, слушая музыку и смотря на его картины, что речь идет о неординарном человеке. Костя Рябинов, Кузьма, Кузюо Константин Валентинович, музыкант, поэт, художник, авангардист, юродивый, гений, мечтательный реалист. Если Башлачев называл себя человек поющий, то Костю впору назвать человек смеющийся. Я весь день. Нужно учиться тому, что ты хочешь, понимаешь? А тому, что не хочешь, не надо учиться. Вот. И потом, значит, что там еще у нас? То, что тебе нравится, нужно довести до совершенства. И в какой-то момент мы поиграли с Кузьмой, и это было просто потрясающе. И мы записали 2 альбома. И отыграли несколько очень крутых концертов, и каждое событие музыкальное в моей жизни, связанное с Кузьмой, это просто огромное счастье. Да, кстати, меня вот еще в свое время удивило, когда мы с ним познакомились, я вдруг понял, откуда в ранней гражданской обороне мелодизм такой. Это как раз, оказывается, все шло от Кости. Еще он рассказывал, как он научил Летова стихи писать. Я лежал на волне. Этот мир моих снов с ветерком целовал в полусне. Все музыканты – дети, но только это не детскость. И что такое показатель взрослости? Это Майбахи, дома на Рублевке, не знаю, там, Форбис, вся эта дрянь. Это детскость, это защита от всего вот этого дерьма, чтобы вот эта информация, так сказать, не мешала творческому процессу. Детский доктор сказал ништяк, Глеб Матвеевич сказал вообще, Фрол Михайлович сказал, Джон Тамарыч сказал вообще. Может быть, пойти художником стать? Я бы стал бы художником, но мне сказали, ты музыкальную школу уже закончил. Ну вот, а рядом же была рядом. Я бы был бы хороший художник. Нынче я целый день все дрожу. Работа мне нравится в том плане, что она очень такая похожа на Костину характеристику. То есть он человек, который немного был, он как будто бы не дожил, что ли, и как бы не доделал он что-то. То есть вот именно после его смерти я увидела эту работу и поняла, что вот она очень похожа на его жизнь. То есть какие-то очень яркие моменты и очень много какой-то вот такой недоделанной пустоты. И в лучах, и во тьме.